Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Юрский мир. Так, пути назад нет, я выполнил, ребята, это задание. Забираем награды. Помнишь, мама с папой водили нас в такие места? Грей, ты зачем об этом напоминаешь? Скучаю, потому что по нашей семье скучаю. И чего теперь? Мама с папой больше не хотят, чтобы мы были семьей. Врун. Ты как ребенок. Я все каналы проверил, Лоури. Ни на одном не видно пресс-конференции, сплошные помехи. Вы что, подключили все камеры к нашей станции связи? Ты хоть знаешь, сколько трафик стоит в Центральной Америке? Придется всем поменьше сидеть в чаттербук на работе. Или ты будешь объяснять мистеру Масрани, почему интервью нигде не показали. Ладно, надеюсь, это сработает. От пресс-конференции столько зависит. Так, расположите две солнечные станции вокруг игровых автоматов. Переместите здание к вольеру София Кадоном. И заберите со здания 15 тысяч монет. Окей. Так, купите билеты, это мы сделали. Собрать 25 тысяч еды, это сделали. Блин, подожди секунду, а я, получается, не успел выполнить задание, которое мы оставляли на сегодня? Так, секунду, сейчас проверим. Сейчас проверим. Так, тут можно еще за рекламу глянуть. Давай глянем. Пишут, нет новых материалов, попробуйте позже. Удивительно. Так, хорошо, здесь мы с тобой тоже забираем награду. Используйте в сражении 3 разных класса животных. Погладить и покормить. Ну, это все мы с тобой сделаем. Так, секундочку, здесь заберем ДНК. Выполнили. Так, теперь нужно собрать монеты. Выполнили, да? Или что тут у нас? Так, принять участие. Давай-ка что-нибудь с тобой. Так, расширили территорию. Значит, нам нужно покормить с тобой животных. Это раз. А кого мы можем покормить? По-моему, у меня все прокачанные, да? А нет, здесь есть один, которого можно покормить. Это один. Нам нужен второй динозавр. Так, что у нас тут? Соберите из динозавров столько-то монет. Это мы тоже сделали с тобой. Окей, выводим. Это у нас Тапежара, собственно, персоной. Опа, у нас еще там один легендарный, ребята, динозавр появляется. Сейчас мы его возьмем. Так, эволюцию завершаем. Так, погладим. Где он тут у нас? Сейчас, секундочку, это здание потерял. Вот, бесплатно. Забрать. Окей. Эрликозавр. Да, друзья мои, эрликозавр собственной персоны у нас появляется. Так, куда бы ему? Сюда, наверное. Хотя нет, лучше где-нибудь здесь. Вот тут мы его поставим. Значок собрат. Это все забрать. Здесь тоже забираем. Угу. Так, мы получили с тобой новую модель. Естественно, можем заменить. Это у нас майюнгозавр. Пускай будет здесь. Вот. Смотрится шикарно. Так, забираем награду. Погладить еще двух животных нужно. Ну, давай, например, этого погладим. Да что ж ты будешь делать? Опять код 19. И скалозавра погладим. Ну, давай, скалозавра, не ломайся, господи. Все. Забираем и здесь с тобой награды. Скоро 30 левел, друзья мои. Примите участие в двух PvP-сражениях. И, опять же, ребят, вот используйте в сражении 3 разных классов животных. Так, что у нас тут? Да, друзья мои, задания обновились, к сожалению. Бронзовые. Так, это по випке. Тут у нас есть события. Сохранение динозавров. Один поединок, нет нокаута. Только для редких. Могучие деньги, и они пришли с болот. Это столкновение. Раз, два, три,
5 поединков нужно сделать. Ну и плюс дрожь земли. По стандарту. У нас опять не хватит, да, на все? Так, ё-моё. Какой же ты страшный. Напоминает мне чем-то страуса, но с такими когтями, как гризли какой-то. Ладно, я его, ребят, качну до 10 уровня. Он еще при этом и травоядный. Слушай, я вспомнил, на кого он мне напоминает. Ленивец, ребята, у него точно такие же ногти. Да-да-да. Точно, это какой-то ленивец. Ладушки, ну что, начнем с ПВП, наверное, поединков, да? Чтобы нам выполнить с тобой задание и как можно быстрее получить 30 уровень. Погнали. ПВП бои. Я специально, ребята, буду брать каких-нибудь слабеньких динозавров. Ну, вот здесь вот можно, кстати, подраться. Хоть я знаю, что я проиграю, но нам-то главное, чтобы засчитали поединок. И все это сделаем за рекламу. Слушай, самое удивительное, что вообще, ребята, не работает ни одна реклама, не знаю, в чем дело. Придется за доллары тогда. Почему-то не работает. А на втором, ребята, своем эмуляторе игра вообще у меня не запускается. Я не знаю, в чем проблема. Так, ну, ты понимаешь, что здесь мне крышка. Ты сразу видел, да, кого там дали? 1800 здоровья у одного из водоплавающих. Мне его по-любаську не одолеть будет. Но я уже тебе сказал, что главное нам поучаствовать. Ты посмотри. Вот как мне с ним бороться? Даже если я поменяю. Это же не спасет меня, нет, конечно. Ему один удар достаточно сделать, и мне крышка. Ладно, пускай уничтожает. Да, бедняжка ты мой. Подбили тебя. Так, геозавр. Я уже, ребята, просто атакую, лишь бы лишь бы просто что-то сделать. Ему это щекотки просто-напросто были. Он никак на это даже не среагировал. Все, нам крышка. Понятно. И последний. Аркантус. Ну и сколько мы там? 438 урона нанесли. Это для него как комариный укусик, поверь мне. Ладно, сейчас бомбанет. Тут уж ничего не поделаешь, друзья мои. Как бы я тут ни старался, мне не выиграть. Потому что по водным именно, по водным динозаврам, я очень-очень отстаю. Так что, ну, поражение. Ладно, зато мы с тобой одно ПВП событие все-таки прошли. Нам нужно еще одно сделать. И уже после этого заберем награду. А вот что насчет, чтобы поучаствовали в боях разные динозавры, это я, к сожалению, пока еще не понял, как это выполнить его. Так, ну что, давай возьмем здесь наземную уже. Водную, как говорится, поиграли, теперь наземную. Будем брать с тобой, ну, элементарщину какую-нибудь, да? Вообще простецкие. Давай вот этих вот возьмем. Неважно. Так, за рекламу опять не получится, видимо, поиграть. Придется за доллары. Так, нам сейчас дадут с собой, ну, как всегда, какого-нибудь элитника. Этих моих разберут с полтычка. Ну, я этому не удивляюсь. Хотя нет, смотри-ка. Хм, я думал, дадут посерьезнее противника. Ну что же, давай тогда повоюем. Так, куда-то музыка исчезла. Что вообще происходит с игрой? Ребят, напишите, как у вас сегодня игра заходила, нормально или нет. То музыка исчезает, то не работают рекламы. Я, то есть, не могу себе дополнительный пак открыть, потому что не могу посмотреть рекламу. Так, ну что, этого мы с тобой, наверное, сейчас не сможем подбить. Не сможем, давай возьмем вот так вот тотзянгозавра и сделаем удар. В блок. К сожалению, мы попадаем в блок, ребят. Ладно. Тропиогнат, кого ты возьмешь? Тебе нет смысла менять. Но он меняет все-таки, ребята, на трицератопса. Ну, допустим, ударил, да? Так, ну а мы ему наносим... Давай три атаки сделаем. В принципе, ему крышка. Нормуль. Так, тропиогнат возвращается в битву.
ну что же ты сделаешь? У тебя всего 11 урона против моей 30. Бесполезно. Ничего не сделал. Он даже... А хотя он может слить все три атаки. Сейчас посмотрим, что это получится у него. Сможет он... Скорее всего, сможет подбить. Да, ребята. Ну что же, мой юнгозавр выходит. Раз, два, три, четыре. То есть ему тоже крышка. Потому что он все слил на атаку. Так, а это, если не ошибаюсь, Аланка. А, нет, это Гацегоптерикс. Мне чем-то он напоминает Аланку. Ну что ты там дергаешься? 23 урона он наносит. То есть, да, сейчас он вырубит меня. Ну, а наш травоядник аргентинозавр, естественно, подобьет его. Все, давай, ребята, завершаем этот поединок по Шурику. И забираем награды. Забираем себе награды. Победа. Офигеть, какой он здоровый. Сколько он, интересно, весит. Наверное, тонн 30, а может быть больше. Ну, где у нас тут? А, мы еще приз новичка не взяли. Давай, 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 давай. Блин, лучше, конечно, $40. Ну, ладно. Закрываем. Здесь тоже закрываем. И забираем награды. Так, значит, используйте в сражении 3 разных класса животных. Водные, 1R. Не знаю, что такое вот водные 1R. Так, переместите здание к вольеру с афиакадоном. Здание с вольером. А что это вообще за здание такое? Сейчас посмотрим, ребята, получше. Так, расположите 2 солнечные станции вокруг игровых автоматов. 2 солнечные станции вокруг игровых автоматов. Ну, во-первых, нам нужно найти, где у нас игровые автоматы находятся. Игровые автоматы, как они хотя бы выглядят? Это ископаемые. Так, игровые автоматы, вот. То есть я должен вот эту вот солнечную батарею перенести именно вот сюда. Насколько я понимаю. Но почему-то не засчитывают. Так, расположить... А, 2 солнечные станции. Все, я понял. Значит, нам нужно еще одну взять. Так. Вот это засчитается? Да, это засчитали. Переместите здание к вольеру с афиакадоном. Афиакадон у меня где вообще находится? Вот он. Так, дай-ка я вот это вот перемещу куда-нибудь... Сюда, чтобы не мешалось. Переместите здание к вольеру. Вольер. Что за вольер? Здание с вольером. Сейчас мы посмотрим, что у нас такое есть. У нас прям так и называется вольер или... Вымирание. Так, статуя трицератопса. Или это что-то здесь вольером называют они? Хм. Переместите здание к вольеру с афиакадоном. Здание, то есть любое получается, да? Ну, давай, допустим, мы перенесем вот это вот. Будет засчитываться? Да. Забираем награды. Сигнала все еще нет. Ни на одном канале. Какой ни включи. У меня от тебя уже голова болит. Да, при чем тут я? Какой-то электрические разряды прямо в атмосфере. Все блокируют, даже сотовые. Что у тебя, Барри? Глядите, над башней черные тучи собираются. И свет отрубился. Симон, вы как там на башне, в порядке? Ответьте что-нибудь, если сообщение доходит. Ошибка 303, сообщение не доставлено. Попробуйте позже. Эпизод 15. Крещендо. Чувствуешь, ветер набирает силу. Думаешь, будет буря? Купите и разместите 2 гейзера. Купите и разместите 2 гейзера. Это легко. Давай, наверное, один сюда поставим. Так, сразу же завершим. Так, подожди, подожди, подожди. Так, тут еще задание. Свет вырубился прямо посреди пресс-конференции.
Мы заперты в башне, не думаю, что нас кто-нибудь станет спасать. А на пути к аварийному выходу двойные двери. Чтобы их открыть, нужно и вернуть электричество. Купите и разместите еще одну солнечную станцию. Разместите геймер рядом с солнечной станцией. Так, солнечную станцию купить, да? Ну, она вот у нас, например. Если я ее сюда поставлю, я думаю, ничего страшного не будет. Так, пацан, купите и разместите два гейзера. Так, еще один гейзер нам нужен. И поставим мы его, например, вот сюда. Нет, здесь... Хотя да, можно и здесь, ребят. Ага, задание выполнено. Забираем награды. Уровень-то получим? Да. Новый уровень, ребята, 30-й. Так, флаг, мир юрского периода, территория, башня распределения прибыли. И уровень схватки 30 у нас доступен теперь. Плюс паки, отлично. Так, это мы все забираем. 30 очков доверия, да, ребята, игра, как всегда, вылетела в нужный, блин, момент. Чуть-чуть нам не хватает, ребят, чтобы получить вот этот вот офигенный пак, который мы с тобой вскрыли и могли получить офигенные динозавры. Так, ребята, это что у нас? Доступно, что ли? Обучение модам. Помогите доктору Ву протестировать моды в бесплатном экспериментальном событии. Пойдемте, док. Идет буря. Мы эвакуируем всех из лаборатории. Идемте, мне надо еще кое-что уладить. Вы куда собрались? Идет эвакуация. Мне нужны результаты тестов сервера. Там неделя работы. И я их не лишусь из-за скачка электричества. Повысите уровень двух разных птерозавров. Переместите 5 зданий и переместите 7 украшений. Так, 5 зданий и 5 украшений. Ну, украшения вот у нас, ребят. Их проще простого переместить. Так, это куда-нибудь... Ну, вот сюда, например, поставим. Здесь, ну, здесь... Вот сюда поставим, к примеру. И еще 5 зданий, да, нам нужно будет переместить. Так, это сюда вот поставим. Вот эти здания можно просто немножечко сюда, ребят, сместить. В принципе, ничего от этого... страшного не произойдет. Вот так вот. Вернем. А что мы... Подожди секунду. Сейчас мы еще здесь поставим территорию, чтобы активировалась. Гейзер. Его можно поставить сюда. Что, еще ничего не выполнено? Так, стоп. И повысить уровень двух разных птерозавров. Ну, птерозавры, это понятно, ребята. Это летающие, с которыми у нас проблемы. Но мы, кстати, можем с тобой активировать. У нас доступна ячейка. Что, возьмем, наверное, топижару опять же. Раз уж мы начали прокачивать топижару, пускай так и будет. Так, поместить. Поднять уровень. Отлично, здесь то же самое. Так, и начать эволюцию. Смотреть результат. Ну, как всегда, не хватает, да? Ладно. Продолжим эксперимент. Замечательно. Так, топижара. У нас, по-моему, уже два одинаковых, и мы... Нет, ошибочка, ребята. Ошибочка, нужно еще делать пару заходок. Выходит так. У нас здесь тревога. Почему-то даже нам не оповестили о том, что здесь беда творится. Оуэн, короче, побежал. Нам опять придется с тобой заказывать двух топижар. Слушай, я же даже еще раджазавра не вывел. Опа, а топижара-то больше нету. Замечательно. А купить его за ДНК можно? Так, вот он. 570. Не кисло ты стоишь, парень, не кисло. Так, ладно, продолжаем выполнять задание. Как используете в сражении три разных класса животных?
Одноводные. То есть это животные, это не динозавры, получается, должны быть. Так, значит, давай продолжаем с тобой перемещать здание и перемещать украшения. Так, вот это можно, хотя нет, пускай оно там остается. Здание, да? Ну давай вот это вот, наверное, поставим сюда. Выполнено. Так, теперь украшения. Здесь вот поставим, наверное, куда-нибудь. Вот сюда сместим чуть-чуть, чтобы просто нам засчитали. Так, а это вот сюда, наверное, влепим. Дай-ка я гляну, что у нас там получается. Так, последнее украшение перемещаем, и все. Какое? Ну, да, подожди, это здание. Это не украшение. Вот это, наверное, что-то оно тут как-то... Ни к силу, ни к городу, да? Вот здесь вот. Все, задание выполнено. Забираем с тобой награды. У вас 5 минут, после этого уходим. Если придется, вытащу вас за шиворот. Я быстро, Оуэн, обещаю. Мисс Диринг, мистер Хоскинс велел передать, что хочет встретиться с вами через час у костра на площади. А сам он не мог прийти поговорить? У меня дел полно. Он был очень настойчив. Так, заведите диплодога уровня 21 или выше. Подожди-ка, так диплодог у меня есть. Вот же, нет, это не он, подожди-ка, куда же я его поставил? Вот. А, уровень 21 или выше. То есть мне нужно, ребята, понял. Приобретать еще, получается, двух. Ладно, у нас, по-моему, есть с тобой ячеечка одна. Свободная. Сейчас мы, ребята, ее заполним. Так, диплодок, где он у нас? Диплодок, вывести. Активируем. Тут 2 часа, почти 3 часа, тут 3 с половиной часа. Придется ждать, никуда от этого не денешься. Купите и разместите еще одну солнечную станцию. Так, она делается. Что там еще ему? Разместите геймер рядом с солнечной станцией. Может быть, гейзер, наверное? Скорее всего, гейзер. Рядом с солнечной станцией. А может быть, нам солнечную станцию просто перенести? Вот, например, я ее сюда поставлю. И возьмем гейзер вот так вот и сделаем. Так. Ну что, придется ждать, пока сделается еще одна солнечная батарея. Так, диплодока. С ним все понятно. Ну что, по заданию вроде бы, ребята, все. Пока. Все, что доступно. Единственное, вот это вот непонятно. В сражении 3 разных классов животных. Так, ну что. А интересно, его сбросить можно как-то обновить? Нет? Нельзя. Нельзя, к сожалению. Тогда пойдем на схватки. Так, 30 уровня. Посмотрим, ребята, что нам здесь будет доступно. Так. Кетца и Метриоринг. Значит, против воздушного я возьму стегозавра, а против Метриоринга мы возьмем с тобой Топижару. И на всякий случай можно перестраховаться, взять, ну, к примеру, диплодока. К примеру. Опять куда-то, ребята, музыка исчезла. Что с игрой творится сегодня, не знаю. Ну что, тут явно будет наше преимущество. Это и так видно. На-ка, хорошо. Так, что будем делать? Атаковать? Нет, меняет. Вот это ты зря делаешь, парень. Это ты делаешь зря. Так, поставим защиту. Ага. И что же ты собрался делать? Меняет опять. Слушай, вот это вот мне совсем не нравится. Так, ну что, будем бомбить, наверное, его, да? Посмотрим. Ага, защиту поставил. Вот такой вот он жук. Ну, сейчас он ушатает. Все сливает, и это хорошо.
Да, Диплодок, извини, что так получилось. Ну что, стегозавр, ты готов? Так, нам нужно сделать с тобой одну атаку. И вот так вот мы сделаем. Это уже чтобы завалить нам. Метриоринха. Так, а у нас получится, ребят. У нас получится, и здесь он уже ничего не сделает. Поехали. Пока. Тыбич. Вот и все. Да выпендривался. Прекрасно. Поздравления. Дают нам 60 ДНК. Открыта награда. Вот. Прогнатодон. Можно вывести теперь его. Кстати, вот такого, ребята, у меня еще не было. Именно вот с таким значком. Поэтому обязательно будем выводить, но только когда уже появится у нас место в нашем инкубаторе. Едем дальше. Едем дальше. Так, ну что, попробуем здесь подраться. Без ограничений, то есть любые могут классы выступать. Ух ты, ёк-макарёк. Так, ну против этих-то понятно. Придется опять. Ты серьезно, что ли? 30 баксов за то, чтобы... Ладно. Возьмем, наверное, анкилу. Блин. Тут придется, ребят, все равно... Нет, не Эпижару. Вот так вот нам придется с тобой сделать. Я не хотел, ребят, этого делать, но вынудили. И против травоядника мы возьмем с тобой 166 к атаке. Велоцираптор, я думаю, справится. Должен, друзья мои. Должен с этим делом совладать. Так, анкила против скафагната. Давай атаку. Так, 369 хп. Что же ты будешь делать, а? Меняет. Ох ты, ё-моё. 166 к атаке. Не дурно, парень, не дурно. Меняем. Возьму бонус. Посмотрим. Две атаки, серьезно? Так, ну что, парень, придется тебя изничтожить. Давай все вольем. Иди отсюда. Так, пеликанептерикс. Ну, это сейчас меня ушатает, ребят. Это гибрид. И он меня сделал. Так, ну что, все в атаку. Как всегда, как по стандарту. Ах ты жучара, ты посмотри, что делает. Ребят, он прикрылся. Так, если стегу сейчас завалят. Я, правда, не уверен, что они завалят. Так, подожди секунду. Так, анкила, как же нам с тобой быть-то здесь, а? Раз-два. Раз-два, вот так попробуем. Это у нас кто? Римфоринг? А, нет, это же скафагнат. Он сейчас 4 в атаку, ребята. Он все сливает в атаку. Блин, все, кранты, проиграл. Я проиграл здесь этот поединок. Ёк-макарёк. Ладно, ничего страшного, друзья мои. Бывает всякие, как говорится, у нас приключения. Так, давай-ка зайдем на события тогда. Зарабатывайте моды в бесплатных боях. Нет нокаута. Слушай, ну вот здесь вот можно поиграть, ребята. Нет нокаута. Значит, здесь кулазух у него. Возьму я его метриоканта. А против кулазуха мы возьмем с тобой топежеру. А против диплодока... Да я думаю, этого будет достаточно против диплодога. Ладно, на всякий случай возьмем с тобой Гуанзу. Битва стоит 100 тысяч монет. Так, ну тут достаточно одного удара, как ты понимаешь, да? Чтобы его вырубить. Так, выходит кулазух. Так, две атаки в 100% сделает.
Нет. Так, топижара, выходим. И делаем защиту. Угу. Будет менять. Нет, не стал. Нам нельзя, друзья мои, здесь проиграть. Раз. Блин, что же сделать-то? Раз, два. Давай, три. Так, ну ему крышка, да? А вот диплодок может подбить топижару, кстати. О, все. Фейл. Ребята, фейл. Неправильно рассчитал я, и, соответственно, нас сейчас уничтожат. Все, а нам нельзя было проигрывать. Что за невезуха, что за непруха такая пошла, а? Я все равно пройду это событие, ребят. Значит, берем тираннозавра. Я думаю, кулазуха мы с тобой все-таки сможем одолеть. Возьму эра титана и... Нундазуха, что ли, брать? Ну, давай возьмем его. И опять же 100 тысяч, ребята, в трубу улетает. Ну, здесь все понятно. Удар и все. Диплодок летит. Вот так вот. Так, кулазух появился. Смотрим. Ну давай я сделаю вот так. Ага, одну защиту брал. Смотрим, сколько сливает. Три. Ну все, ему крышка. Так, нам достаточно два удара. Прощай. Так, и выходит диплодок. 41 атака, он здесь, ребят, ничего не сделает нам вообще. То есть, фейл ему. Ну что, делаем с тобой все 5 атак. И прощай, Маруся. А мы забираем с тобой награды. Ну все, 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 порычал и хватит, как говорится. А то начнется сейчас там кудахтать. Смотрим, что нам там выпадет. Пирораптор. Окей. Так, 260 очков. Они мне как раз нужны, ребята. Нам где-то не хватало, помнишь? Здесь, по-моему. Стоп. Стоп, 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 стоп. Подожди-ка. А где у нас этот-то? Ё-моё, я забыл. Ежедневная награда. Став членом системы поощрения. Это как понять? Забрать можно, если только у вас есть подписка. Ничего себе, тут, ребята, еще какая-то подписота есть. Подожди, а где вот эти вот за события, то, что мы с тобой забирали? Я не понял. Мне же нужно забрать мои награды. Но ведь не на рынке же. Так, а, мы еще с тобой вот это вот не разместили. Башня... Так, прибыли. Ее нужно ставить, друзья мои, где-то... Где-то вот здесь, посередочке, получается. Так, стоп, давай мы вот это, наверное, с тобой уберем. Так, а вот это вот распределение мы с тобой поставим. Разместим. Вот здесь вот будет стоять. То есть будем доход с тобой собирать, что здесь, что здесь. Блин, зря я сюда поставил. Стоп. Давай в другое место. Вот здесь. Вот здесь будет оптимально. Ну. А. Так, вот сюда поставим, и будет самое то, что нужно.
А будем доход собирать вот с этих вот зданий. Пускай строится. Так, давай смотреть дальше. Без ограничений. Так. Могучие деньги. Набор. Так, они пришли с болот. Столкновение. Ух ты, Кулазух первым, кто выступает здесь. А у меня опять с финансами, ребят, проблемы. И надо ждать определенное количество времени, чтобы все это дело откатилось. Блин, вот плохо, когда у тебя мало прокачанных динозавров. Вот приходится, ребята, вот так вот. Получайте случайные награды. Что за вызов? Чтобы назначить мод, нажмите кнопку мода и выберите любой из списка. Ну давай, эрликозавра мы с тобой, предположим, поставим, да? Давай вот так и вот так сделаем. Опять же доллары, ребят. Опять же доллары нужны, у меня их нету. Ну что, я предлагаю, наверное, сделать... Даже не сделать, давай закончим, наверное, с тобой вот именно эту серию. Наверное, сегодня выйдет еще одна, но уже где-то через часик-другой. Потому что мне нужно, чтобы все мои динозавры откатились. Я думаю, ты со мной согласишься, да? Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.